Свои соболезнования жителям Санкт-Петербурга и родственникам и близким погибших выражает сегодня вся страна. Якутяне также не остались в стороне. К примеру, час назад в Якутске прошла акция памяти. В акции вместе с горожанами приняла участие и наш корреспондент Юлия Великодная. Глава республики Егор Борисов уже в первые часы после трагедии выразил свое соболезнование через социальные сети и уверенность в том, что организаторы преступления будут наказаны. Представители общественности резко осудили действия террористов. Я бы сказал, в варварском. Это трагедия. Это дело сделали не люди, это негодяи. И никакими идеями, высокими, низкими, там, религиозными, ну ничем не оправдать такую подлость. Якутяне почтили память жертв трагедии. Зажгли свечи на площади Победы, на аллее городов-героев. В акции приняли участие руководство республики, города Якутска, молодежь, вся общественность и жители. Якутяне потрясены произошедшим и выражают глубокое соболезнование родным погибших. Страшно в любом случае, то, что это может произойти даже у нас. По этой площади я всегда возвращалась домой, в гостиницу, в общагу. Мне больно. Хотим сказать то, что вся Россия сплочается ради поддержки, ради того, чтобы таких терактов больше не было. И надеемся, то, что все уладится. Спасибо. Особенно близко к сердцу восприняли трагедию те, кто получил образование в северной столице. Сегодня более 10 тысяч выпускников петербургских вузов работают в Якутии. Сопереживаем, сочувствуем всем петербуржцам. Я хочу сказать, что Якутия с вами, уважаемые петербуржцы, скорбим вместе с вами. Крепитесь, держитесь, мы окажем любую помощь. Пострадавшим при взрыве якутянам будет оказана материальная помощь. Информация о количестве пострадавших якутян еще уточняется. Юлия Великодная, Владимир Таюрский, НВК Саха, Якутск.